Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим импульсное зарядное устройство с многоступенчатой системой заряда аккумуляторной батареи от компании Intertool, модель AT3022. Поставляется зарядное устройство в фирменной упаковке. Вот так вот все внутри упаковано. Здесь находится само зарядное устройство небольшого размера, полностью из пластика состоит. Кнопка включения и выключения, она одна, кнопка управления находится. Подключается зарядное устройство в сеть 220 вольт с помощью вилки для подключения. В комплекте имеются два варианта подключения крокодилов. Обычные, стандартные и вот такие вот круглые с предохранителем. В комплекте также идет небольшая инструкция по эксплуатации и оригинальный гарантийный талон. Заряжаемые аккумуляторы данным зарядным устройством абсолютно любые можно заряжать, то есть это гелевые или свинцово-кислотные. Емкость аккумулятора до 60 ампер-часов. Заряжаются аккумуляторы на 6,12 вольт. Ток заряда до 2 ампер. Данное устройство импульсное. Сверху у нас индикаторы расположены, которые сообщают о заряде, ошибке и варианте на 12 или на 6 вольт заряда. При покупке на данное устройство обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.